Всем привет, дорогие друзья, с вами Локи, мы продолжаем играть в Watch Dogs, и у нас новое задание «Дефолтная ситуация». Амброзия. Раньше мы ходили сюда в кино, а теперь просто клуб. Дефолт наверняка про нас знает. Да. И наверняка ждет меня. Незаметно проберитесь в кинотеатр. Отлично. Внутрь мы зашли. Приветствую в Dot Connection, моей цифровой галереи, посвященной искусству андеграунда. Надеюсь, музыка и интерактивные экспонаты придутся вам по душе. Я Дефолт. Добро пожаловать. Незаметно проберитесь. Просканируйте гостей. Взламываем потихонечку всех гостей. Теперь нам надо попасть наверх. А что, нас туда пускать не хотят? Видимо, нет. Так, у кого-то я видел видеокамеру. Вот так вот давайте. Так, хорошо. Давайте смотреть дальше. Сюда вот.
Это по-любому только так. Тут как двойным полем идет. Вот. Так получилось. Отлично, теперь так. Хорошо, три есть. Наконец-то. И у нас очередная. Да уж, вот очень тут... умно. Тут, конечно, надо постараться. Нам надо попасть вот сюда. Смотрим, значит, вот тут. Взламываем. Одна есть. Теперь сюда. Так. Так. И теперь вот эту. Наконец-то. Вот он, крысёныш. Давайте с дороги, ребят, с дороги. Ах ты ж засранец какой. Сидимся здесь. Ладно, попробуем бежать дальше. Опять устранители. Они, конечно, профи. Но дефолт взорвался. И еще не знает. Главное не отстать. А там уж Тибон все вытянет. Он на тачке решил от нас драпать. Блин, надо было вон ту синюю брать. У дефолта есть какой-то нехилый дешифратор. Эти твои штучки могут глючить. Ты полегче с ним, иначе плакали данные. Он уходит. Выманивай, сейчас засечем. Скорей, хватай все, что можешь, когда я подберу. Клево у него точило с такими
сердечками. Скачайте данные, но это... Короче, наподобие дополнительных заданий, друзья, там были такие. Сейчас мы скачиваем данные, надо с ним держаться рядышком. А что? Там весь город. Деятели профсоюзов, чиновники. Тут липовые контракты, взятки. А это что? Сет-чаты и онлайн-шантаж, стоп. Да тут DCTOS. Ирак зря время не терял. Нехилая база данных. Кажется, эти ребята с помощью CTOS муклевали на выборах. Протащили своего Рашмара в мэры. Мэр Чикаго подставной. Вот так сюрприз. Как они это сделали? Какой-то дикий код. Прямой подтасовки не было. Ничего не понимаю. Ну вот, данные мы скачали, а теперь можно его и нейтрализовать. А что именно мы тут ищем? Видео. С одной женщиной. Она мертва, но именно из-за этой записи начали преследовать меня и мою семью. Готов? Скажи, что мы все нашли. Вроде бы да. Как минимум то, что нужно этому психу. А ту женщину? Хоть одно видео с ней есть? Не, чел. Я лично не находил. Уверен, что она у Ирака? Нет, но он хотел его стырить. У кого? Задание выполнено. И что же теперь нас ждет? Доступен новый транспорт, очко навыков. Посмотрим. Вот здесь мы можем нейтрализовать бойцов. Выберем это. И, в принципе, на большее нам не хватает. Решил тебе рассказать. Я никогда не видел контракт с таким количеством нулей. Ты их допек, друг. Да, я в курсе. Не-не, ты послушай. Тут все по-другому. Похоже, на тебя ополчились все. Проваливай из Чикаго живо. Устранители с тебя не слезут. Все равно найдут. Спасибо, Джорди. Ну да, ты не послушаешь, но я хоть попытался. Хорошо, и где наше теперь следующее задание? Привет, чел. Есть новости. Кажись, я теперь могу стать звукоинженером. Слушай. Ты почистил ту запись. Послушай. Брент Ольстер, зайдите к начальству. Брент Ольстер. Ники звонила оттуда же, где делали это объявление. Брент Ольстер. Отлично. Пожалуй, запущу поиск. Нашел. Ники там. Я знаю. Верни ее, братец. На водоочистительную станцию нам надо, друзья. И я думаю... Поскольку так мы переместиться не можем, давайте переместимся до ближайшего нашего убежища. Ну, чтобы через весь город не ехать, время не тратить. Так вот, как мы устраняли дефолта, точно такие же были десятки дополнительных заданий, которые были вот однообразного типа «Догони, уничтожь, скачай данные». И погнали, друзья, на заданице. Так, а здесь мы вообще выйти-то можем? Или нет? Можем.
едем. А, нам, скорее всего, на мост надо, да? Неплохо он так. Почти на месте. Наше следующее задание — младшая сестра. Нашел Ники. Наконец. И Дэмиан не в курсе. Теперь осторожно. Там охрана. Да, и бойцы. Надеюсь, Ники готова. Серьезные. Начеку. Эти хрены наняли устранителей для охраны. С этими ребятами шутки плохи. Я в курсе. Взломаю незаметно. Меня не засекут. Так, друзья, неплохо было бы найти камеру. А камеры-то и нет. Уж свалился, блин. Так, вот Ники. Бери телефон, давай. Ники, это я. Эйден, где ты? Тут везде охрана, один охранник. Я не знаю, что с ним. Зато я знаю. Я тебя вытащу. Не вешай трубку. Я тебе помогу. Нет, меня найдут. Ники, там пистолет. Подбери его. Мало ли что. Да он бери автомат. О, боже. Ужас какой-то. Эйден, я не умею стрелять. Не умеет она стрелять. Он упал. Времени нет. Делай, что я скажу. Я его убила. Да Эйки, ладно, слушай, нормально. Тебе нужно идти. Я буду подсказывать. Давайте смотрим. Вот эту камеру выберем. Он еще дышал. Тот парень, в которого я попала. Может, нам вызвать скорую? Ей надо вот туда. Я стреляла-то только с папой на охоте. И это были кролики. Окей, иди. А вдруг я его убила? По-моему, я его убила. Я не хотела. Пистолет сам. Ну, давай, вперед. Ты видел его лицо? Он так удивился. Вчера он мне одеяло принес. Надо вернуться. Вдруг он еще жив? Ники, послушай меня. Слушай, я выведу тебя. Да. Ладно. Да. Иди прямо. Боже, давай, пошли. Так, хорошо, камера. Не понимаю, как ты можешь. Так же нельзя жить. Ты так всегда? Ты убиваешь, Эйден? Как же так? Да
нельзя. Похоже, беспокоиться не о чем. Быть на чеку. Да. Не совсем, друзья, понятно, куда можно было там пробежать. Но полпути, ладно, полпути мы преодолели. Надо как-то быстрее, значит, двигаться, пока эти ребята переходят на ту сторону. Камера еще не в очень удобном положении, мне кажется. Ну, с первого раза всегда тяжело. Тут либо, знаете, тупо натыкал. Он еще дышал. Тот парень, в которого я попала. Может, нам вызвать скорую? Твою мать! Это что еще за херня? Ладно, так. Давай, давай. Я стреляла-то только с папой на охоте. И это были кролики. А вдруг я его убила? По-моему, я его убила. Я не хотела. Пистолет сам. Ты видел его лицо? Он так удивился. Вчера он мне одеяло принес. Надо вернуться. Вдруг он еще жив. Ники, послушай меня. Слушай, я выведу тебя. Да. Ладно. Да. Так, готово. Вперед. Боже, давай, пошли. Ну, давай. Не понимаю, как ты можешь. Так же нельзя жить. Ты так всегда? Ты убиваешь, Эйден? Как же так? Так нельзя. Вот так. Так, быстрее. Начали. Теперь беги к машине. Садись и езжай. Быстрее. Отлично. Теперь и нам, друзья, пора валить. Где мой мотоцикл-то? Ядрен батон. Уперли, что ли? Ничего оставить нельзя. Но мы прошли. Младшую сестренку спасли. Это нам, так скажем, руки освобождает. Пять, десять и еще пять. Рад за Ники, да? Думаешь, все в порядке? С Ники может быть, но не с тобой. Не хочу тебя огорчать, но к тебе гости. Полиция узнала, кто такой Мститель. Думаешь, это игра, Дэмиан? Ну да. А что же еще? И я вошел во вкус. Ты меня огорчил. Мы же партнеры. Что тебя не устроило? Масштаб? Нет, ты жадный упырь. Мне пора. Ты лицемер, вот и все. Удачи, партнер. Копы жаждут встречи. Мы увидимся, дорогие друзья, в следующей серии. Ставьте пальцы вверх, оставляйте комментарии. Всем спасибо и пока-пока.